Так, ну что, продолжаем. Смотрим. Были в наличии цепи. Сделал для лучшей цепки с землей. Вот со временем есть желание вот залить вот бетон. Но он будет съемный. Вот сейчас как мощно выглядит. Здесь я не знаю сколько килограмм. Но килограмм 20, наверное, точно есть. Вот, и когда груз распределим на колеса, мотоблок не будет какая-то так прыгать. Ну, сейчас посмотрим. Вот она, кстати, да. Это картофелекопалка. Ее наточил. Так вот выглядит. Сейчас все, трогаемся. Да, бать? Закрываем. Давай это, ты езжай, и я закрываю. Нет. Только там. Ну что, погнал? Закрывай. Я закрою, да. Давай.